особой такой вот, ничего нового нет, потому что система вот эта трансляции непосредственно в мозг, она как раз эта система тогда была запатентована. Угу. Поэтому как-то вот через там, почти 30 лет вдруг то же самое, ну не знаю. Биологи, мозговой центр страха побуждает у людей к доброту. Да, видишь, вот как замечательно. То есть там, где рождается страх, там рождается и доброта. Так, тогда это тот самый центр, который называется душа. Да? Ну, если там и страх, и доброта, и все, то тогда это душа. Хотя не знаю. С мозгом еще долго придется человеку разбираться. В Арктике зафиксировали самую высокую за 115.